Первый канал анонсировал 9-й сезон проекта «Ледниковый период 6+». Первый выпуск покажут в эфире 15 октября. Однако промо-ролики, которые уже увидели зрители, вызвали у россиян множество вопросов. По мнению многих, видео слишком откровенное для шоу такого формата. Напомним, «Ледниковый период» – спортивно-развлекательный проект, в котором звезды шоу-бизнеса выступают на льду в паре с профессиональными фигуристами. На этот раз бороться между собой будут команды под руководством Ильи Авербуха и Александра Жулина. Судя по промо-роликам, 9-й сезон обещает много интересного. Еще до старта проекта организаторов обвинили в излишней эротизации. Так, Даня Милохин, который традиционно выступает с фигуристкой Евгенией Медведевой, в ролике предстал не полностью одетым. Молодой исполнитель ножницами разрезает на девушке бретельку платья, после чего одеяние падает вниз. А Милохин набрасывает на плечи девушки свой пиджак. В другом видео показана Лиза Арзамасова. Актриса сидит на диване в красном коктейльном платье, а в это время ее шею и зону декольте гладит незнакомец. Регина Тодоренко, в свою очередь, сама трогает грудь неизвестного мужчины, а затем обнимает его. Марат Башаров в строгом костюме и с невозмутимым видом располагается на стуле, пока девушка игриво развязывает его галстук. В конце каждого видео две руки прикладываются к запотевшему стеклу. В этом действии зрители усмотрели отсыл к фильму «Титаник» 12+. Опубликованный в сети промо-ролик собрал множество негативных комментариев. Россияне недоумевают, почему такому сложному виду спорта, как фигурное катание, придают излишний эротический подтекст.